В настоящее время в городе и районе проводятся оперативно-профилактические мероприятия «Нелегальный мигрант» и «Условник». Их цель – усилить контроль за иностранными гражданами и лицами, получившими меры наказания, не связанными с лишением свободы, которые ведут антиобщественный образ жизни. За последние годы на территории города и района увеличилось число иностранных граждан, среди которых нередко встречаются нарушители миграционного законодательства. Сотрудники полиции будут проводить активную работу по предупреждению и раскрытию преступлений, совершенных лицами без гражданства. Выявлять нелегальных мигрантов и лиц, незаконно трудоустраивающих иностранных граждан. Кроме того, сотрудники полиции выявляют нарушителей, которые получили условный срок наказания или состоят на учете. На территории города Рассказово, Рассказовского, Бондарских районов проводится в настоящее время операция «Условник». Время проведения операции с 17 по 21 марта. Цели операции данной у нас является пресечение, значит, и предупреждение правонарушений, преступления лицами, осужденными к мер наказания, не связанных с лишением свободы и состоящими на учете в условно-исполнительных инспекциях и межмуниципальном отделе Министерства внутренних дел Рассказовский. Граждане, располагающие какой-либо информацией о подобных фактах или правонарушителях, могут сообщить об этом по телефонам 39 13 23 302 или 02. Анонимность гарантируется.